редких, наверное, находок. Здесь как раз попалась косточка пещерного льва. Пещерного льва. Большая редкость и тогда, и тем более сейчас. Если говорить о эпохе Торгайского пролива, Западно-Сибирского моря, то это окаменевшие зубы акул и скатов. Тут не все цены, не все уникальны, не все шикарные, как энергетика, аура, то есть вот. Нет большего удовольствия, чем преодолеть такие трудности и увидеть то, что до тебя не видел ни один человек. Артефакты возрастом в десятки тысяч, миллионы лет. Это редкое удовольствие и азарт.